Тут должно быть какое-нибудь приветствие, но я его еще не придумал, поэтому... Поэтому просто... Просто здравствуй, просто как дела? Просто включаю музыку, потому что не вся музыка из плейлиста этого мода мне нравится, и погнали. Погнали в карьеру, тут у нас красивая аудюшечка стоит. Красивая аудюшечка, и денег у нас нет. Красивая аудюшечка. Вот такая красивая аудюшечка. В этом прохождении я уважаю только немецкий автопром, и следующая немецкая машина у нас откроется ТЗ, когда... И так вышло, что я пытался записывать предыдущее видео и ни хрена не записалось. Поэтому ситуация такая. На текущий момент мы разматываем господина Биглу. И мы его разматываем вот так вот. А это мы оставили до лучших времен. До лучших тачек. И у нас есть гонки. И гонки на максимальных копах я уже прошел, осталось кольцо прошел, осталось только куст. Драги я не прохожу по политическим причинам, потому что я их не люблю. Ой, нет, я не хочу, я просто путаю кнопки на джойстике, потому что. Так, выходим в свободную езду и едем. Смотрим. Так, я не понял, а где газ? Это работает. Господа, а что вы сделали с настройками, блин? Вашу ж машу. А, я запустил игру с клавиатурой. Понятно. Все понятно. Шеф, все пропало. Акселерейт. Вот это вот. Вот это вот. Все. Хендбрейк. Спидбрейкер. Спидбрейкер я вообще не пользуюсь. Хендбрейк. Все. Шифтдаун. Шифтап. Вот это. Can't resist. Может быть, что-то можно будет и на драге изобразить. Но не очень-то и нужно. Не очень-то и нужно, поэтому вроде бы все. Курок работает почти так же, как и обычная кнопка. Прямо с контика это совершенно не потому что уровень гонок оставляет желать. Вообще, блин, мусконтит настолько аркадный, что это даже не аркада, а это не что и... Я, в общем-то, играю. Почему я так люблю играть? Да потому что я с нее где-то играю. Так, ну, наверное, начнем с вот этого. А, я помню, кажется, я пытался в эту гонку. А, я вспомнил, что проблема. Я нитро. Ну, денег не хватает. Возможно, придется в этой гонке взять пользу.
общем-то, тут у нас задача приехать первым, да? Или не приехать вообще. Как работает сложность Москвы, где хер его... Надо аккуратно вот сюда проходим. А, я, наверное, хватал второй, первый пройду, потому что они меня очень нравятся. Так, главное, блин, ты куда поехал? Ты чё такой быстрый? Куда так быстро поехал? Я за тобой же не успеваю. Должны успеть. Нет, не успели. Или успели? А успели. Победитель по жизни. Но тебе надо в этих настройках, в глобальных, подкрутить, чтобы у тебя слайд-шоу не было. Так, ну что, успел. Ой, пять косарей. Отлично, мы заработали за гонку 4 косаря. Давайте, блин, брать не компьютер, брать. А он нам нужен вообще? Нам и так. Нам и без них просто хорошо. Есть челлендж прохождения не просто до без них. Так, вот. Соник. Попущен, так, попущен. На очереди бегу. Всех попустили тебя. Ну ладно, наверное, вот это. Ну начнем. Вот пойдем вот это.
я улучшал стены. Да блин. Все-таки улучшал, никакого смысла нет. Все тачки ведут себя совершенно одинаково. В Most Wanted есть только две категории тачек. Легкие и тяжелые. Не, они там не сразу появятся, например. Хотя у меня тоже не совсем гладко идет, но как-то... Пофигу! Все равно никто смотреть не будет. Кому, блин, интересно смотреть, как чувак полтора час гоняет мост-вон? Толбуты. И как только эти толбуты не называли переводы. Так, они не Как я не люблю начальную заставку Скайрима, потому что я за последнее время посмотрел раза 4. А, очень рекомендую заморочиться и поставить SkyUI. Ну, это вот это, инвентарь с заточкой под клавиатуру. Нет, он по умолчанию не стоит. Я тебе скидывал, как его поставить, по-моему, даже видос скидывал. Там, ой, стена, ой, стена! Ой. Step wall, what are you doing? А я нашел лучшее место, как можно парковаться в зоне. Блин, если... Блин, может быть сделать свой мод на Москву? Как его сделать, если вся игра говно, говно, откровенно говоря. Ну, а нет, они сейчас тебя заставят это, выбирать расу. Так, так, отлично. Где там умереть можно? Я пытался, у меня не получилось. Как? Я просто вот, когда прилетает Алдуин, вот этой по стартовой логике болтался и все. Че, отыграешь похотливую органианскую деву? М? Не, у тебе надо это. Так, этот спринт или этот спринт? Давайте вот этот спринт. А что я хотел? А, я думал про то, что я бы, наверное, сделал мод для Most Wanted, который побольше. Но что-то я не знаю, какой в этом смысле. Я чего не понимаю, почему во всех этих играх в этот встроенный плеер не позволяют своему узлу добавлять. Thank you.
Эй, ты что делаешь? А там ок нажимаешь, после этого имя выбираешь. Эрдан. Нет, это не полный дан. Да я тебе отвечаю, не полный. Это не полный дан. Ну, удачи. Удачи тебе в твоих начинаниях. Найс, нажми R и нажми OK. Ты иначе не выйдешь. Да это не полный танк. Ну и вот, ты выбираешь имя и потом пойдет боди, потом пойдет. Там не полный дан. Ну спасибо. Так. А это русские символы. Так, ну что теперь вот это? Ну да, наверное, нам надо будет опустить 60-го. А, он 10-й на паркоршине. Да, слушай. Знаешь, я нажимал R и после этого выбирал... Ай, больно, ну не по голове же. Да ты бей по руке, что ли, чё по голове-то сразу? Да подушкой по голове, да сотряса добить можно. Да знаешь, так как до ХТЭ недалеко. Иди какие-нибудь щиты, которые позволяют подредактировать это. Такие должны быть консольные команды, которые позволят тебе запустить редактирование за. А Е можно будет нажать? Е, Tab, Enter, F. Я хз, я по-моему R не нажимал и продолжал дальше. Я могу тебе сохраненку со своим нордом, точнее, нордессы. Я не знаю, я R нажимал. Это ты на жопу свою нажимал. Это ты нажми ее. Ты неправильно на R нажимал. Ты нажала на русскую R, надо было на английскую. Нет, опять я тут жопу подставляю. Так, ну надо уже приехать первый. Да нажми R, что ты начинаешь? Так, ну еще, ну все, последний. А, это толпы. Я отвечаю, то, что этот процесс можно запустить при помощи контрольных команд. Да все равно просто есть, ну ладно. То ли дело в обливии, и вот там-то можно было
извращаться с выбором. Я еще обожаю, когда это толпу проходишь, там это возникает, как это, надпись Hurry. Как будто, блин, я в гонке вот это, сижу тут чай с булочками пью. Слушай, а что будет, если тебя убили? Ну там, короче, игра... А то я просто, ну вот получается, как только ты свободу движения получаешь, выбегаешь такое, это, стоишь, ждешь, Алдуин, жди меня. Там, короче говоря, трэш. А ты с каким мужиком хотел пойти? С Ралофом? Да. Вот того, по крайней мере. Да какая разница, блин? Нет, там... С Ралофом ходил не Ралоф? Всегда с Имперцем ходил? Алдуин, брат. Не, ну слушай, если ты драконорожденный, Алдуин это дракон, то вы родственники. Хорошо сказано. Ты это сам придумал? Прикольно. О, нашел моего мужика. Вот, по-моему, можно с ним пойти с этой точки. Так, ну все, гоночки пройдены. Где звездочка? Так, давай. Карта. Ой, блядь. Ой, я сматерился на камеру. Так, надо выпить. Перед гонкой надо выпить. Перед важной гонкой. Вот она, звездочка помечена. Потом будем машину... Там должны новые винилы открыться. Так. Давай, разворачивай. Главное, чтобы до меня не сильно докопались. Ой, бля, менты, нет, все, не поеду. Срочно в гараж. Вот, недалеко от гаража. Ну чё, погнали? Музыку на гонку сбегу или будем гнаться в мертвой тишине.
А, мы с ним кольц выгоняем. Блин, я не успел. Ну ладно. Не, погодите. Черт, без музыки как-то не так. Ну-ка, если вот так. А я не могу. Вот это стоит. Все, гоним под музыку. Да блин. Отличий ноль. Я тебе вот отвечаю. Я, короче... А. Разве? По-моему, те же самые стрелки, доспехи берут. Либо доспехи братьев Дури. Да там. Там вся эта вот. Не знаю, вся эта. Да более, мне настолько не нравится, она, что я вот ее просто надо посмотреть. Она, собака, реально не меньше получаса. А, доспехи этой дуры, стальные имперские? Говно доспехи. Да. Welcome to... У тебя вон крестик есть, золотой фокус. Автофокус это говно. Говно. Это кост... Автофокус это кост... Просто... Просто автофокус это для этих, как там, грязных консолей геймеров. ПК. Знаешь, что я хочу какой мод сделать или найти? Короче говоря, там мод про отношения, в результате этих отношений, чтобы можно было заделать ребенка. И что-нибудь было в духе, мы родили бессмертного бога. А если ты ударишь этого ребенка, то жена от тебя уйдет. Правда, если ты играешь за женского персонажа и женщина, вопрос откуда ты ее сделаешь? Из Москвонки, да играет в Москвонки. Привет, Кура. Да ты главное лук найди и будешь хумерить всех из лука. Топорами в Скайриме орудуют только лошади. Так, 3.41, кончили. О. Кого берешь? Что ты там делаешь? Особая бочка? Да там особо залутать-то нечего, там главное залутать ему. Залутать отмычки. Очень рекомендую попробовать чит на деньги. Хули вы тут все ездите? У нас не видите, у нас гон. Блин, рука чешется. Блин, знаешь, у меня татуировка что-то чешется после этого. Yeah.
кого выбрала в итоге? Нет, погоди, а расу. Деревя? А ты гражданскую войну проходила? А, не, я рекомендую пройти там что-то вроде это. Блять, это не поворот. Блин, ой, три круга, этот круг огромный, господи. Я надеюсь, что этот пидорас на последних 100 метрах меня не обгонит. А то, блин, эта гонка минут на 6, и потом эти 6 минут все рестарт делать. Чё? А, ну там, наверное, бочка, которую ты взялась. Короче, блин, так, он меня обогнал. Господи, как я ненавижу этот кетчуп, блин. Он игру лишает просто всякого смысла, вот вообще. Это не просто аркадные гонки, это бессмысленные аркадные гонки. Так, короче говоря, то, что как бы ты ни ехал, как бы ты ни выжил, стяхом всегда все равно догонит. Либо наоборот, ты можешь ехать хуй пойми как, но после этого ты едешь нормально. Пару, там, ну не знаю, последний километр едешь нормально, и комп дает тебе выход. Или не дает. И, в общем-то, непонятно, а зачем ехать нормально, если можно ехать ненормально. В этом, во флетауте, там хотя бы противники хоть какой-то нормальный... Нормальное время показывает. Да я и помню этот момент, то что одну гонку я проехал за 3 минуты и проиграл, а потом другую гонку я проехал за 3.30 и выиграл. Ну, в нормальной жизни так не бывает. Там просто, ну, ставишь... Ну, в общем-то, гонка это time trial, если любая. Где надо просто попить время. Блин, приедем в Казахстан, куплю себе либо Форзу, либо тоже Карс, либо и то и другое. Да это нормальные автосимы, человеческие. Вот. Я там вообще ничего не подбирал. Короче говоря, вот кайф того, что вводишь, когда вводишь чит на деньги, ты перестаешь криптомать. Тебе становится абсолютно похуй. Вот серьезно, вот как бы money management в Skyrim это скукота. А, ну я там для себя кинжал нашел, чтобы через них в жопу ножиком бэкстепить. Вот, и все. Но лук это вообще база. И там, по-моему, в самом начале где-то можно в вайтране эльфийский лук спиздить. Я даже видос смотрел, как его спиздить. И это, я смотрел... Ай, блядь, больно. О. А, нет, там еще героин.
широченные, и все... Ну, тут нету такой обочины, то, что за которую ты вылетишь, и тебе будет пизда. Тут ты просто стеночку погладишь, и все, и больше ничего нет. И эти дороги, это просто кишки. То ли дело ралли, если ты вылетел за пределы трассы, то это... Помянем этого добряка. А еще с бесконечными деньгами можно прикольно с самого начала учиться у учителей. Я говорю, с бесконечными деньгами можно прикольно учиться у учителей, вообще не паришь. Ты просто покупаешь все, что тебе нужно, и все. Вообще тема. Так, ладно, выключаем музыку ненадолго. Итак, а что у нас есть? А знаете, наверное, мы закончим на этом. Да блин, смысл? Эти луки потом продаешь за гроши торговцам. У торговцев денег не хватает. Короче говоря, фу. Так, два маркерса from Биглу. Чё взять? Ну, на мощность возьмем, как всегда. Покрышки. Слушай, покрышки топ. Ну, средненькие. Баксы. Нормально. О, 20 косарелищек накинули. Отличненько. Ну чё, забацаем и покончим с этим. И, наверное, да, будет. Я буду записывать на каждого члена и вагину черного списка по отдельному видео. А может и по два. Барон. Карл Смит. Он же барон. Жепарон. This flake calls himself Baron. He's a rich guy from the coast. He thinks garage custom is an excuse for being broke. As far as he's concerned, if it's not name brand, it's nothing. Go show him what homegrown rights can do. Слушай, это, наверное, один из немногих членов черного списка, кто носит классику. Он в пиджаке и в рубашке. Да, ездит на Поршаке, кстати. Огоньки вульгарные, а так в целом черный Поршак. Почему он только 10-й, хер его знает. Excited punk, you still ain't rolling my streets. And if I have anything to say about it, you never will. Ну, все мы знаем, чем эта история закончится, так что... Пиздит, как дышит. Что ж... Не, ладно, доедем отсюда до гаража. Заедем в гараж, а дальше... Посмотрим, что у нас по деньгам после всего этого. Ну, у нас денег... Нет, все это в следующей серии. Сейчас в гараж. О, у меня 51 косарь кэша появился. Вообще, можно тачки забацать. Можно забацать тачки. 10-й, 9-й... А, ну да, когда 9-го побьешь, появляется 4-й уровень угрозы. Кто? Очень рекомендую заморочиться с этим Sky.ui. Ну да, вот как пройдешь, сразу выйди. Ну, я бы, наверное, еще рекомендовал чуть-чуть понизить графени, чтобы было побольше FPS-ов. Или тебе норм? Ну, смотри. Так, сказал бедняк.